Всем привет, друзья! Добро пожаловать на канал Тоши Картошкина. Сегодня у нас дом школьника, он находится позади меня. Наступила наконец-таки летняя погода, а это значит, начинается глобальное улучшение нашего дома. Давненько не было дома, потому что предыдущими видео была землянка, и, как я и обещал, выходит дом школьника, в котором есть что изменить. Сегодня я хочу установить в наш дом необычный забор, на котором будет колючая проволока, для чего объясню чуть позже. Ну и помимо этого, начать постройку террасы, которую я планировал, и еще много всего интересного. Поэтому обязательно смотрите до конца. Легендарная пора возвращается. Как вы знаете, именно летом происходят грандиозные дела, когда мы строим что-то крутое. Всех с наступившим летом. И, как я уже обещал, что летом будет второй этаж, я вас не обманул. Этим летом он обязательно будет, поэтому ждите подробностей. И обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить это величайшее событие. Также обязательно после этого видео посмотрите предыдущее. Там у меня был конкурс с подписчиками, вернулся Шурмен, а просмотров не так уж и много. Я думаю, вам понравится. Просто зайдите на это видео, и вы погрузитесь в крутую атмосферу. Ссылочка будет в описании. На телеграм-канал, в котором много лайв-контента, крутой информации. Сейчас кружочки с Шурменом, с Ильей, со всеми легендами канала. Поэтому, чтобы не пропустить, обязательно заходите. Анонсики видео там тоже есть. QR-кодик вот здесь вот у меня на футболочке, где нарисовано Potato Squad, наш мерч. Также, если ждете мерча, в комментариях пишите. Можно летом что-нибудь замутить, будет крутое. Вот, и по России отправлять. Желаю вам приятного просмотра, а мы погнали. Первое, с чего я хочу начать, это с термометра. Прикупил вот такой вот термометр, посмотрите. Ну, обычный градусник, потому что зимой ставил электрический. Электрический — это, конечно, круто, можно поставить и на улицу, и вовнутрь, но все же запариваться приходится каждый раз, покупать батарейки, менять, вставлять их, вытаскивать, чтобы они быстро не разрядились. А вот это уже старинный проверенный способ, обычный такой вот градусник ртутный получается. Просто сюда его вешаем, вот, хочу, наверное, вот сюда. И будем смотреть любое время, когда нам нужно температуру. Это место я выбрал, потому что у нас здесь верстак, такое рабочее пространство. Я тут хочу попозже чуть-чуть полки сделать. Ну, там, то есть инструмент складывать, какой-то навесик, чтобы это все круто смотрелось. Поэтому, думаю, термометр именно в этом месте будет самым лучшим решением. Так что распаковываем. Если кто-то считает наши затраты, знаю, такие люди, наверное, есть, то специально для вас этот градусник стоит 50 рублей. Вот, ну такой вот маленький, специально выбирал небольшой. Тут, оказывается, даже есть подвесочка. Я думал, мне придется сейчас самому что-то делать. Она, конечно, такая слабоватенькая. Я бы вообще просто вкрутил в деревяшку. Ладно, давайте посмотрим. Попробуем сначала вот так вот. Вот, думаю, его, в принципе, можно вообще повешать, я так понимаю. Мне тут, кстати, даже... Нет, не получится. Уже чувствуется за 50 рублей градусник. Тут сразу мгновенно отвалилась вот эта штучка, на которой приделывать. Поэтому будем все же... По старому способу на обычный саморез вот сюда вот вкрутим. Так, ну что ж, погнали. Я думаю, нужно выбрать ровную поверхность куда-то вот сюда. Потому что в других местах у меня, наверное, уже будут полки стоять. Вот, вот сюда вот приделываем. Так, тут главное не в щель. И чтобы по высоте было удобно, не нужно было наклоняться. Тут как раз-таки утром солнце, днем тенек. И можно будет в разное время суток смотреть, какая у нас погода. Вот, поэтому как-то вот так приблизительно. Вот, отлично, градусник рабочий. Приделали. Сколько там сейчас показывает? Показывает у нас чуть больше 25, около 26, наверное, где-то. Ну да, где-то 26 градусов, ну примерно по ощущениям так и есть. Небольшое обновление, но приятное. В любом случае можно будет подойти и посмотреть, сколько у нас градусов. Буквально за неделю еще сильнее выросла трава. Я каждый день ходил, собирал материалы из того места, которое я вам показывал, где хотел сделать интересный проект. Вот, и поэтому у меня много всего тут набралось. Вот, смотрите, во-первых, вот такая оконная рама прикольная. Я ее пока как забор поставил. Вот, потом, конечно, будет получше, но выглядит уже прикольно. Вот здесь множество разных досок. Вот такие вот прям, ну, типа, ровненькие, приятные. Потому что я уже говорил, что мой склад почти закончился, мне неоткуда брать, нужно набирать оттуда. Но сейчас вылезла трава, там очень глубоко, как раз-таки там я хочу взять колючую проволоку. Сейчас покажу, опять-таки, для чего. Нужно туда будет идти, но сейчас там трава, тяжело искать. Видимо, придется тяжелую артиллерию там надевать, штаны, кофту, все такое. Вот, и помимо этого, самое интересное, то, чего всегда не хватало, вот эти вот столбы, посмотрите, вот... Их всегда не хватало на постройку домов, и я их тоже там понаходил. Вот, смотрите, вот такие вот столбы, то есть прям вот почти такой же, как здесь, прям для новой комнаты идеально подойдет. Как раз-таки я хочу вот сюда вот его поставить,
И хочу сделать мини-террасу, которую мне предлагал подписчик в группе ВКонтакте. Так что я постепенно нахожу материалы, сегодня, скорее всего, тоже пойду, но опять-таки много травы, не знаю, что я там смогу найти, но в любом случае нужно пополнять материалы. Таких столбов тут несколько, поэтому при желании можно будет уже начать строить новую комнату. Но пока вы понимаете, что не до новой комнаты, нужно делать второй этаж все-таки. Думаю, многим интересно, что случилось с нашим огородом, потому что я обещал вам показывать его каждую неделю, и у нас произошли глобальные изменения в положительную сторону, но есть кое-что в отрицательную. Давайте подойдем поближе, и я вам покажу. Ну что ж, погнали в наш огород. Вот здесь вот у меня на входе сразу закрыто все было, но посмотрите-ка, это не помешало зайти сюда животным. Я так понимаю, по следам, конечно, не особо сильно ориентируюсь, но таких ног больше ни у кого нет. Зашли сюда коровы, видите, 4 оставили следа, но хорошо, что ничего не съели, только вот эти 4 следа. В принципе, жалко, конечно, вот у нас начинает расти тут петрушка. Ну, немного, конечно, раздавило, но в любом случае у нас тут будут кусты и хватит. Вот, салат тоже не задело ничего. Посмотрите, салат целый, отлично растет, уже можно даже на пробу его брать. Также справа, смотрите, что у нас лук начал прорастать, даже не засох. Ну и, конечно, редис уже просто, наверное, сегодня тоже нужно будет его попробовать. Сейчас посмотрим. Я же вам говорил, что я его садил в одну грядку несколько штук. Нет, хотя еще рановато, рановато. Вот, ну уже хоть что-то, посмотрите-ка. Вот такой вот урожай. Маленький, конечно, он с мой палец. Понятно, что еще нужно расти. Ну, так вот на пробу уже можно будет посмотреть. В любом случае, эти следы это не дело, потому что, как я приехал, вот здесь вот это было уронено, и, видимо, они отсюда прошли. Но еще раз, как я сказал, хорошо, что остальное ничего не съели. Видимо, им это не понравилось. Картошки пока что не видно. Я думаю, тоже через пару недель уже начнет она выходить, но пока что даже незаметно. Именно поэтому нужно сегодня сделать колючую проволоку. Как я ее хочу сделать? Хочу просто натянуть столбы даже не на наш забор, не на огород. Просто вокруг участка даже там взять побольше метраж. Вставляю столбы и поверху просто пускаю колючую проволоку. Когда животные будут идти, они будут об эту проволоку спотыкаться, видеть препятствия. Поэтому вот такая вот будет ловушка, чтобы к нам никуда не заходили, не только в огород, а даже на участок. На словах, конечно, это все просто, но на деле нужно идти искать колючую проволоку. Также огород нужно будет полить. Вот, я сейчас с ним тоже за ним присмотрю. Полью тут все, проверю. Вот, кстати, давайте салат попробуем. Вот как раз-таки срываю. Вот такой вот салат, посмотрите. Прикольненький, небольшой. Ну, давайте попробуем. Это сорт, вроде как я в том году покупал, такой же. Да, отличный салат. Я думаю, подойдет для бутербродов там, для всяких пикников и для походов. Поэтому лайк за огород. Ну что же, идет на пробу наша редиска. Дуру краснодарская, как вы помните. Проверю, сейчас скажу. Отличная редиска. Все, остается ей подрасти, чтобы она была побольше. И можно будет ее собирать. Ну а сейчас я принес лейку с водой. И нужно полить нашу рассаду, потому что стоит сильное солнце, и дождей достаточно давно не было. Да, тут, наверное, еще нужно немного сравнять, потому что вот эти следы, в них вода как в ямы скапливается. Я, кстати, видел, ребята, идею насчет того, чтобы сделать автополив, но я думаю, не буду заморачиваться, пока дождики все равно идут, поэтому нет. Но если прям в какую-то жару, можно будет попробовать. Спасибо огромное за идею, тоже, если у вас есть какая-то идея, как обычно, пишите ее в комментариях. Да, теперь даже одной лейки не хватает, хотя раньше было с перебором. Теперь это нужно побольше. Ну ладно, пока что хватит. Делали все хозяйственные дела, и теперь пора отправляться за материалами, как раз таки вон в ту чащу, вон в ту траву. Придется приодеться. Ну что ж, погнали смотреть. Я уже отошел от дома, вот, иду. Ну, в принципе, более-менее, пока я не подошел вот сюда. Просто гляньте, что здесь. Офигеть, вот это я, вот это крапива. Ну, то есть, знаете, вот это та самая жгучая неприятная крапива, и она теперь везде. Да, следовало, конечно, пораньше пойти, сейчас уже и ни одной доски тут не видно. Ну, хорошо, что я помню, где примерно была колючая проволока, я потому что тут прошел всю территорию, искал же опять-таки материалы. Вот, тут некоторые виднеются, вот, вот этот видно, но особо, конечно, не найдешь. Да, жесть, конечно, тут травы. Давайте посмотрим место, где я хотел делать бункер. Заросло ли там? А вот это самое место, где я собирался делать бункер. Просто взгляните. Тоже все максимально в траве. Да, если отсюда убирать эту всю крапиву,
Сколько же нужно потратить времени? Вот такая вот тут завалена, даже вот этот весь проход завалило полностью по самую крышу. Ну, в общем, я знаю, что где-то вон там примерно колючая проволока, здесь раньше был забор. Не хватает, конечно, фоток старинных, потому что сразу по фото можно найти примерно локацию. Жесть, спустя минут 15 только нашел эту проволоку, просто все тут реально в траве. Вот так вот ее не видно. Она максимально незаметная, но вот она. Смотрите, видите, вот эта колючая проволока, и она идет по всему периметру. Вот, видите, прям огромная. Но ее не достать, потому что она приделана к забору, поэтому мне нужно будет ее где-то отпиливать. Специально для этого вот как раз-таки я взял плоскогубцы. Это вот такая вот проволока, ну, обычная, типа, колючая, не до конца, конечно, прям, чтобы крутая, но прикольненько. Думаю, как раз-таки против коров будет достаточно этого. Так что сейчас буду работать, доставать это все, и уже встретимся в доме. Ну что ж, друзья, я уже приделал нашу колючую проволоку, получилось у меня ее собрать не так уж и много, потому что, во-первых, она стальная, а это значит, что очень крепко и тяжело пилится, ну, тем, что я плоскогубцами ее пытался отделить от других частей, и это достаточно тяжело, я прям по 5 минут, наверное, на одно отделение тратил. Второе, это что остальная проволока очень сильно закопана, она к чему-то приделана, ее прям невозможно отцепить всеми усилиями. Вот. Ну и третье, конечно, трава тоже мешает ее найти. Буквально недели на две бы раньше я этим бы занялся, было бы, конечно, попроще искать. Ну, получилось как-то так. В принципе, мне ее будет достаточно, я же хотел по контуру, но по итогу так, мне кажется, тоже будет круто, потому что все же корова залезла у меня с этой стороны, вот отсюда, вот, плюсом упала вот эта штука. Она именно поэтому, скорее всего, и залезла. Но теперь, если что-то упадет, либо что-то случится, не знаю, то у нас вот такая вот проволока очень крутая, с такими колями, настоящая колючая, не зря она так называется. Вот, приделана с правой стороны, приделана она к землянке, то есть лежит под дерном, под землей и отлично держится. И в остальных случаях, ну, здесь даже на землянке приделана к жерди. Вот здесь вот тоже жердь у нас, то есть этими колями вставлено и отлично держится. И в конце у нас в правой стороне приделал, там была щель вот такая вот в шифере, тоже туда приделал. В общем, держится идеально, очень крепко, никуда не денется. Выглядит, конечно, не круто, что у меня тут все наставлено, но зато безопасно. Главное, чтобы не повторилось, как в том году, когда у нас весь урожай съели животные. Лучше уж будет не так уж красиво, но зато безопасно. Но и в любом случае колючая проволока добавляет какого-то устрашения, что ли, чтобы сюда, короче, лишний раз никто не залазил. Ну а теперь, друзья, у меня есть кое-что интересное для вас. Очень интересное. Вы спросите, что интересное я для вас подготовил, друзья? Это дрон. Сейчас попробуем поснимать с ним. Я думаю, вы все знаете, что это такое. Такой вот аппаратик, который может летать высоко везде и снимать крутые, очень красивые кадры. Я думаю, получится очень прикольно. Мой оператор этим будет заниматься, а я буду, конечно, позировать. Так что все, смотрите просто крутую съемочку. Вот, прикольно. Прям дрон надо мной сейчас, вот он меня будет снимать, я вам машу ручкой, ставлю слова, посмотрите, он прям смотрит на меня. Вот он прям, сколько тут, ну буквально 3 метра, я могу до него достать рукой. Все, он полетел от меня. Я машу рукой туда. Всем привет, ребята! Вот такой вот, посмотрите, мой дом с высоты кажется максимально маленьким, то есть меня вообще не видно. Ну, домик прям маленький, но это выглядит очень круто с высоты полета. Вот это я там, машу вам ручкой, кстати. Ставьте лайки, ребята, за такую крутую съемку. Респект нашему оператору. Вот я могу тут ходить вот так вот, и меня видно везде. Землянка, все такое офигенно очень выглядит. Он прям ко мне, кстати, подлетает. Ну все, ребята, с высоты птичьего полета, я думаю, это на превьюшку пора ставить. Очень круто выглядит. Ну и дрон полетел.
Запускали мы дрон, получилось очень круто. Представляете, на многих каналах, на которых там больше 100 тысяч подписчиков, нету дрона. А у меня только 10, и уже вот такая вот съемочка присутствует. За такие старания обязательно вы должны влепить лайк. Ну, вообще, дрон — это прикольная штука, можно ходить в походы и снимать леса. Представляете, как было бы круто смотреть с высоты птичьего полета, как мы куда-то идем, или также посмотреть лес. Мне кажется, будут крутые, эксклюзивные кадры. Кстати, многим, думаю, было интересно узнать, что с землянкой, точнее, с травой, которую мы тут постелили. Вот, трава, конечно же, стала ее гораздо меньше, но это было понятно, некоторая подсохла, некоторая куда-то убралась, но вроде бы оставшаяся прорастает, вроде растет пока что, плюсом на старой траве тоже в некоторых местах пошел рост, поэтому, думаю, все-таки будет нормально. А то в предыдущем видео с землянкой, когда я положил траву, у нас землянка полностью скрылась, и она вообще не была похожа на землянку. Но теперь она приняла свой, можно сказать, обычный вид. Что же произошло с нашей печкой? Застыла ли она? Давайте узнаем. Если так смотреть, много лишнего отпало. Ну, это прям, которая была на поверхности. Но так, конечно же, все держится. Конечно, так. Ну, не прям, как было это первоначально. Немного отходит. Но понятное дело, что оно между собой уже скреплено так и достаточно круто держится. Все же нужно будет пробовать ее растопить, потому что летом хочу сделать тут баню. Нужно, чтобы она исправно работала и никуда не уходило лишнее тепло. Ну вот мы уже и в землянке, все отлично, сюда не попала никакая вода, тут достаточно чисто. Вот, смотрите, вы видите печку, с ней тоже все хорошо более-менее. Опять-таки отпало вот это лишнее, но держится все просто идеально. Давайте погружу вас вовнутрь, посмотрите, что там у нас. Вот, ну так-то все отлично сделано, как будто бетон. Даже не кирпичи, все круто промазано, просто отлично. И посмотрите опять-таки в дымоход, что там у нас. Я, конечно, только на монтаже увижу, но для вас будет прикольно, я думаю, посмотреть. Так что землянка все хорошо, с печкой тоже. Будем в следующих видео ее, конечно же, проверять. Вот такой вот, друзья, видеоролик получился. Очень надеюсь, что он вам понравился. Можно сказать, открыли летний сезон. Много всего мы сегодня с вами сделали, но больше по мелочам. Потому что пока что не хочу начинать ничего масштабного, все же готовлюсь ко второму этажу, но все же дом нельзя оставлять без изменений. Обязательно перейдите в мой телеграм-канал по ссылке в описании, много лайв-контента, крутых постов. Ну вот просто зайдите, посмотрите, что там, я думаю, вы оценитесь и сразу подпишитесь. Друзья, пока Шерман рассказывает не смешной анекдот, у нас вернулись шишки. Вот, сегодня проверка, ТК Геймс. Ну и, конечно, друзья, события года. Мы обогнали, наконец-таки, Шурмена на ТК Геймс. Там остается чуть меньше 50 подписчиков, и у нас уже будет 1000. Поэтому, ну, вот вас посмотрит больше 2000 человек, я уверен. Пожалуйста, просто перейдите по ссылке в описании, будет первая ссылка ТК Геймс. Просто вступите, давайте уже Шурмена просто уроем, закопаем, чтобы он, наконец-то, снимал свои видео. Думаю, будет круто, когда мы сделаем там 1000 подписчиков. Поэтому, ребята, не ленитесь, по ссылочке в описании заходите. Даже для ленивых оставлю вот здесь сверху подсказочку. По ней вот кликайте, заходите и подписывайтесь на канал. Ну и спасибо огромное тем, кто подписался. Все же мы сделали мини-цель, обогнали Шурмена. Ну а с вами был я, Тоша Картошкин. Всем еще раз спасибо огромное за просмотр. Обязательно поставьте лайк, этим вы продвигаете наше видео в рекомендациях. Подпишитесь на канал, если еще этого вдруг не сделали. Ну и, конечно же, напишите свой комментарий с идеями для дома, для землянки. Я их всегда замечаю и использую в следующих видео. Потому что мы с вами одно целое. Благодаря вам я продолжаю этот проект. Всем до новых встреч, друзья. Ждите следующих видео. Всем пока!